В Молдове во время подготовки к празднованию 65-летия Победы разгорелся скандал. Ветеранов шокировало решение парламента страны выпустить к этой дате собственную юбилейную медаль, весьма странную. По форме черно-белому цвету орденской ленты она очень напоминает известный германский знак отличия – железный крест. Фронтовиков возмутило то, что при разработке эскиза не провели никакого конкурса и даже не спросили их мнения. Я эту медаль даже не приму и смотреть на нее не хочу. И не может быть даже разговора о крестах. Это оскорбление, это кощунство, понимаешь, над памятью павших 27 миллионов человек. Добавлю, что по соглашению, подписанному главами государства СНГ еще в 2006-м, к юбилейной дате решено выпустить единую для всех стран Содружества медаль. Она круглой формы, с красной лентой, на лицевой стороне изображение Ордена Славы, а на оборотной надпись «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».